Добрый вечер. Начинаем после матча пресс-конференцию с главными тренерами команд. Зинтула Хайдарович, пожалуйста, оценка встречи. Ну, я бы дал оценку своей команде очень, в общем-то, достаточно неплохую, так скажем, потому что ребята вылезли, в общем-то, из такой сложной ситуации, проигрывали 1-3, вот, и сумели сравнять счет и в итоге побыли. Нам немножко сложновато сейчас все дается, вот, но ребята стараются. Хотел бы отметить, конечно, капитана, который сегодня повел свою команду и сам забил, и, в общем-то, ребят помогал ребятам играть, и, в общем-то, молодец. Спасибо. Александр Ильич, пожалуйста. Ну, мы сегодня играли, я считаю, хорошо до второй пропущенной шайбы. Вот немножко она нас подкосила, выбила из колеи, и после нее, так, скажем так, по большому счету, мы в игру не вернулись. Было много индивидуальных действий, то есть таких командных действий у нас уже практически не было. Вот. Обидно, конечно, что проигрываем по Булитам, уже третью игру дома. Но будем работать. Значит, наш, еще раз повторюсь, этот компонент не очень хороший. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Александр Леонидович, а почему получается такой дежавю? Уже третья игра действительно такая. Если бы знали ответ на этот вопрос. Будем думать, у нас сутки есть на следующую игру. Зинтула Хайдарович, а можно, вот вы упомянули, что там сложно. А в чем сложность сейчас в данный момент у команды? Ну, есть вопросы, которые они возникли, в общем-то, не случайно, наверное. Как бы были опасения в начале сезона, в общем-то, они оправдались. Ну, это чисто наши командные дела, поэтому не ищите негатива там в плане каких-то там, как правило, вы ищете там какие-то ссоры там или что-то, вы думаете. Нет, ничего, это чисто рабочий момент, поэтому мы постараемся это исправить. Конечно, календарь сложный, очень много игр, у нас практически в конце октября мы сыграем порядка 30 игр. 29. То есть такая плотность, то не все просто, так скажем, исправить даже. Ну, пытаемся, поэтому постараемся делать так, как надо. Спасибо. Спасибо. Удачи.